видео. Подольская железнодорожная ветка. Кабель убери, спрячь, что пидор, это по рации, но сам. Комбинат, короче, пацаны, ну, ветка это идет. От станции Подольск. Вот. Блин, повезло, да? Пацаны, эта ветка когда-то была. Ну как, по ней поезда не ходили, заброшены, где стыки рельс. Вот. Гаек не было. Ее вот восстановили буквально в прошлом году, и движуха опять возобновилась с прошлого года по этой ветке. Но мы ни разу не видели, мы слышали издалека, как поезда там ходят. Ну вот, как бы такая вот. Приблизить, интересно, можно? Как тут приблизить? Вот так, двумя пальцами. А, это освещение. Ну, давай попробуем. Извиняюсь, что на телефон снимаю, на мыльницу, как бы, ну. Вот такая вот. Здорово. Жалко, что осень еще. Так, ветка-то красивая тут. На деревьях. Деревья тут постригли. Это с прошлого года сейчас. И вот все. С вами был Леха и Вова. Все.